Сказочник Арцруна Ванисян, лучше бы я вчера не проснулся. За время военных действий по освобождению оккупированных армянами территорий, то есть с 27 сентября, азербайджанцы наслушались всяких небылиц, озвученных представителем Министерства обороны Армении. Когда армия Азербайджана взяла Шушу, он продолжал рассказывать свои сказки, и произнести эту новость Арцрун Аванесян так и не смог, он заболел. То ли поднялось давление, то ли был микроинфаркт. Хотел бы я не проснуться вчера. Об этом написал представитель Минобороны Армении Арцрун Аванесян, который последние 43 дня пудрил мозги нашему великому народу. Неужели у армян наступило прозрение? Искренне надеемся, что все предатели будут наказаны самым жесточайшим образом. Все, кто позволил потерять Карабах, в том числе и Арцрун Аванесян, пишет Armenian Report. А ведь еще накануне армяне ему так верили, когда он уверял, что Шуша остается под контролем армянских сепаратистов. И все другие города и населенные пункты Азербайджан не освободил, а только запускал туда диверсионно-разведывательные группы, которые вывешивали азербайджанские флаги и фотографировались с ними. Армяне, вы действительно настолько наивны? Вы действительно уверовали в свою непобедимость? В таком случае азербайджанский народ, армия Азербайджана преподали вам урок и великодушно не стали добивать остатки ваших войск, сохранив жизни молодых армян. Скажите за это Азербайджану спасибо.